Здравствуйте. Это программа «Преодоление». Программа о том, как взаимная поддержка супругов и доверие Богу помогают обрести семейное счастье. Сегодня мы в гостях у Александра и Юлии Бочаровых. Александр – руководитель пациентской организации «Содействие больным саркомой». Юлия – актриса, режиссер, продюсер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Юля, Александр, вот до встречи друг с другом вы прошли очень непростой путь. Для вас обоих это второй брак. Но ну, насколько будет возможно, мы поговорим о сложных ваших историях и перипетиях, через которые вы прошли. Александр, ты столкнулся с тяжелой болезнью, с онкологией, в результате чего потерял ногу, одно легкое. Твоя первая супруга тоже скончалась от онкологии. Как ты узнал о своем диагнозе? Когда я услышал о своем диагнозе, я не понял ничего абсолютно. И когда врач разговаривал с моей мамой, фигурировало все время слово онколог. И когда я спросил, кто, онк... кто такой онколог, мне доктор понятно для меня объяснил, это человек доктор, который лечит шишки. У меня была шишка на коленке, соответственно, ее нужно было полечить. А сколько тебе было лет? Мне было на тот момент 17 лет. И я тогда как раз поступил на первый курс университета. Футбол, хоккей, лыжи, коньки. И, соответственно, как бы вот эту боль в коленке я, конечно, не придал ей значения особого, потому что таких моментов в моей жизни было огромное количество. И, соответственно, сначала я обратился к доктору, он тоже не придал этого значения, даже разрешил мне продолжать активно играть там, во все подвижные игры, в которые я играл, да? даже какие-то экстремальные, возможно. И уже когда вот она начала доставлять мне неудобства, мы ну, повторно пришлось обратиться к врачу, когда они уже провели там диагностику подробно, уже начали выяснять, что там, да как. Вот. Но была череда не не некоторых ошибок. Когда я уже попал в онкологический центр, лечение только началось там через год буквально. От момента постановки диагноза. Чем тебе пришлось на практике столкнуться 17-летнему э, парню, когда ты оказался уже в, в руках врачей, в больнице? Врачи э, сказали напрямую, что это только попытка, потому что так как запущено настолько, что смысла, скорее всего, и не будет никакого. Так написали там попытка э, химиотерапии. И, и тут понимание возникает, что практически ничего не зависит, и у тебя из рук все вылетает. То есть ты можешь делать все, что угодно, как бы максимально прикладываешь к этому усилий, и есть что-то, что, как бы, болезнь в данном случае, она может вообще не реагировать на это. Вот. Но в процессе лечения встретила людей, которые, можно сказать, познакомили меня с Богом. И это чувство внутреннего веры и убежденности, э, что вот он здесь, прямо сейчас, среди э, этих людей. Э, и он тебя несет на руках просто. Я видел моих друзей, которые стали, были глубоко верующими, и как они переносили мужественно э, и стойко болезнь. Они ее не побеждали, они с ней, как, можно сказать, не боролись. Они жили, умели радоваться, и более того, рядом с ними было тепло, уютно, хорошо и благодатно, что они даже своим присутствием, не говоря о том, что, как они поддерживали других, они даже своим присутствием уже человека поддерживали в этот тяжелый момент жизни. Причем не только больного, но и близких окружений, всех друзей. И вот благодаря там, моим близким друзьям, там, уже ныне почившим. Я вот так вот э, узнал Бога, вот. и в тот момент жизнь э, приобрела совершенно другую. Э -э. Оттенок даже я сказал другими красками, она стал ярче и радостней, самый главный радостней. Юля, вот э, Саша такой рассказал свою начало своей истории. Вот а ты, будучи тоже молодой девушкой, студенткой э, Гитиса, какой представляла себе свою будущую жизнь? Я очень хотела играть в театре. Но для меня это была такая Какая-то яркая жизнь, красочная, да. То есть мне казалось, что э, вот все сейчас начнется в таком, э, в таком ярком цвете. Э, но это все тлен, как я сейчас это понимаю, да, то есть это все э, на самом деле оказалось неважным и ненужным. Но ну, после того, как ты оказываешься, ну ты встречаешься вот с, со Христом и переворачивается все твое мнение о ценностях на 180 градусов просто. И у меня была такая история. Я снималась в фильме уже в короткометражном, и режиссер, девушка, прекрасная Наташа, она ну, как-то меня впечатлила своим каким-то вот отношением, взглядом на мир, таким светлым, вот таким каким-то, ну, другим. То есть я до этого не встречала этого в институте, и я так за ней говорю, а куда ты идешь после смены? Вот мы там отсняли. Она говорит, я вот в Высокопетровский монастырь на службу. Говорит, скоро пост. И я так за ней увязалась, потихоньку начала ходить и вот церковилась глубоко, потому что у меня папа попал в больницу после пожара, сразу вот прям вот в прощенное воскресенье. И я его очень люблю, и для меня это было такое, такой страх потери. То есть я прям с Богом спорила, я то есть моя вера, она как-то вот прям не знаю, вот крепчала прям днями, часами, минутами. То есть я очень искренне молилась и очень верила, что Господь вот как-то как поможет и не оставит. И действительно, это было удивительно. Я приехала в больницу, склив. И привожу с собой масло. То есть я действительно верила, что я вот сейчас вот возьму любое масло от лампадки, вот прям неважно какое э, освещенное, привезу и помажу папе. Там он лежал в реанимации, тогда прорвалась, помажу ему горло, руки, а он уже лежал на, то есть под кислородом, все, то есть в реанимацию достаточно долго. И врачи сказали, что там 20 что он выживет, и вообще, скорее всего, нет. И я помазала ему маслом, говорю, папа, помажь себе, вот хотя бы здесь горло. Я прям чувствую, что это все. И на следующий день врачи говорят, знаете, у него пол легкого очистилось, говорит, это, это какое-то чудо, говорит, так не может быть, это что-то. А я знала, что так будет. То есть у меня какое-то такое было понимание, что вот Господь, вот он как-то на тот момент я воспринимала вот как что он стал моим другом, я с ним общалась, действительно вот это какое-то было такое живое очень общение. К сожалению, оно приходит к нам в основном в каких-то горестях, да, или в каких-то трудных ситуациях, когда ты встречаешься с Богом. Сразу чувствуется, что для семьи, для тебя это что-то очень важное. Твой первый брак состоялся, ты еще, я так понимаю, училась в институте. И после сразу. Да. Сразу после. Какой ты видела свою семейную жизнь? Но мне казалось, что это будет каким-то таким светлым, теплым, уютным домом. Вообще я всегда мечтала о многодетной семье я вышла замуж, родила ребенка, и уже в семье начались трудности, и я поехала к старцу, батюшке или мне про него рассказали в нашем храме. Я поехала наугад, но не знала, попаду, не попаду, как. И увидела огромную толпу народу, хотя сама приехала очень рано, ну, то есть была на службе. И я понимаю, что уже там 5 часов жду, 6 часов, понимаю, что уже не попаду. Так замолилась, вам, господи, ну вот если есть воля твоя, чтобы как-то вот батюшка помолился о нас, то я попаду туда. И я с маленьким ребенком на коляске, в общем, так вот хожу вокруг храма, уже его укладываю. И думаю, ну все, уже никак, много очень, очень много человек. И батюшка сидит один на лавочке с другой стороны храма и говорит, иди сюда. Я говорю, батюшка, что мне делать? Он мне говорит, строй дом. Я говорю, батюшка, как я буду строить? У меня нет денег, у меня нет ничего, у меня одни долги, у меня маленький ребенок. И, ну, то есть в семье трудности, то есть вот это все. Я говорю, в семье нету вообще, ну, вообще средств. Я говорю, где, как? Он говорит, где у вас там в Подмосковье земля? Я говорю, батюшка, у нас нет никакой земли, у нас есть отчим, он пропал без вести. Вот была его земля в Подмосковье, мы не знаем, что с ним, и вот сами пытаемся его найти. Он говорит, строй там, твоя будет. Ну, строй дом там, будет твой. И вот у меня было настолько м, такое понимание внятное, что я должна это строить. Меня отговаривали родители, говорили: да ты что, да, у тебя ничего нет, как? Я понимала, что если меня даже это отнимут, я должна это потерпеть. То есть это все вот в, в мою копилку духовную. И так получилось, что когда дом построился, когда у меня уже были трое детей, оказалось, что вот отчим умер и оставил нам наследство. То есть вот такой промысел батюшки. И вот с того момента я очень его слушалась. То есть я достаточно часто к нему приезжала. Мне было очень сложно. Я, была, я строила все время беременная, все время вот так вот я на машине еду. У меня там девятый месяц. Я вожу э, эти доски, железки, терматуру на своей машине. Вот это чувство, когда ты уже не можешь, когда у тебя нет сил, когда батюшка, приезжаю к батюшку, говорю, от меня свое благословение. Я говорю, я не могу, я не могу, просто рыдаю. Я говорю, не могу. Он мне говорит, строй по бревну. Просто, говорит, по бревну. Говорит, как хочешь. И у меня действительно здесь вот каждое окно вымыленное, каждая дверь, каждая... То есть это всем миром. И очень мне помогали в храме. И вообще люди очень много помогали. Вот я хочу сказать, что я одна вообще не выкарабкалась бы никак. Так этот момент уже была одна? Это было периодически. То есть там муж уходил из семьи, приходил. То есть вот, ну, это было сложно. В конце концов, э, вот первый муж принял решение и сказал, что э, я не люблю ни тебя, ни детей, и это не моя история, я ошибся. И честно, я ухожу навсегда, на совсем я приезжаю в очередной раз к батюшке, говорю, батюшка, ну я же вот 8 лет на коленях, я так вот молюсь, ну помолитесь, чтобы вот вымолить, чтобы это все назад. И вот тут он мне сказал, все, все, говорит, хватит, ты должна жить своей жизнью, он, говорит, он живет, и ты живи. Я как-то перестала вот так настырно у Бога просить именно своей воли и подумала, что как-то нужно это принять, и вот стала благодарить Бога за все, что Он мне дает. С одной стороны очень сложно, но с другой стороны, действительно, вот как Саша говорит, Господь как на руках носит тебя, потому что мы жили в этом доме а, с детьми уже, у меня было очень много долгов. То есть это, это просто машины у меня отнимали, то есть нас ну, были такие вот сложные ситуации, мы жили даже без электричества были были моменты, но Мы даже вот вокруг домика ходили с детьми пели короется дев радость то есть это <сас> так было всегда в таком молитве всегда в таком э, очень аскетическом ну, таком состоянии но каком-то благодатным вот мы даже здесь э растили <сас> один раз посадили грядки мы Я совершенно не умела это делать. Я такая там актриса приехала сюда, вот это вот все на костре готовить, это все так было сложно. Там даже э, газовую печку там себе потом поставила, и у меня вот <сёк> этот огонь на лицо, на на, на брови, на ресницы все спалило себя. <сёк> В общем, это было очень неприспособленно, очень непривычно для меня. Но тем не менее это очень укрепило. То есть и дети то, что вот они как-то помогали. И даже был момент, когда были такие дожди и ураганы, и у многих, и соседи, и мои сестры даже, которые мне давали рассаду, все погибло, ну, какие-то помидоры, а у нас они колосились. Я не знаю, почему все ходили и дивились, говорят, как ты их мешками собираешь, как это вообще, это же одна и та же земля. И вот я тоже такие чудеса были, когда Господь давал просто даже больше того, что ты ожидаешь. Вот. Вот тебе пришлось учиться как-то ходить э, на одной ноге, менять э, совершенно свою жизнь. Э, что здесь можно хорошего ощутить? А, как это происходит, я не знаю. Просто Господь дает благодать, и все. И э, ты как... либо веришь, либо нет. И любой твой вопрос вопрос в жизни, в итоге он упирается а есть ли Господь или нет, веришь ты или нет, что мы умираем и все, и как бы ничего на этом не заканчивается, или есть надежда. И вот когда ты уже веришь, у тебя есть надежда. Ты не знаешь, но ты веришь, когда мы любим человека, знаем его, мы знаем его по шагам. С детства помню, я маму всегда мог отличить, что мама идет, это в подъезде идет именно мама или папа, а не кто-то там соседи. И также через там, мутное стекло, когда оно, ты тоже видишь силуэт, и ты сразу понимаешь, что как бы, это вот твой близкий, как бы, или это просто человек другой какой-то стоит. И, вот это, и в этом как бы ты твердо уверен, ты прямо хоп, у тебя вот такое понимание и знание. Хотя ты не видишь точно, ты не можешь разглядеть дороге там, я не знаю. Вот. И здесь тоже такое понимание, как через мутное стекло, но оно такое как бы, размытое, но ты твердо знаешь. Как бы ничего другого не хочешь. Вот так близко Господь, вот он, мы это называем Господь близок к инвалидикам себя, себя, ну, себя, так называем, да, с друзьями, и в душе мир. И вот эти сомнения, они... Господь, как, ну, ты как Фома неверующий все время. Ты так только отходишь, ты теряешь это ощущение близости, и ты начинаешь с ним спорить, какой -то, там, искать какие-то вопросы, там, зачем, почему, зачем такие мучения, за что это. Вот. И когда ты встречаешься с ним, и Господь дает внутреннее понимание, что так есть. Вот. Ты это принимаешь, смиряешься, ну, даже капельку просто, и тебе уже ты по-другому на это смотришь. Ты уже этот вопрос задаешь, не зачем, почему, а для чего. И ты находишь э, какие-то ну, уже смыслы для себя и явное понимание, что это нужно. Мне пришлось уйти из университета, э, когда все началось, э, потому что лечение затянулось, да, соответственно. И я уже 4 года... Не учился. У меня уже друзья скоро, мои одноклассники, уже дипломы получат, а я вообще не очень хожу. В университет, чтобы пойти, нужно в эту индивидуальную программу реабилитации, нужно, чтобы в медико-социальной экспертизе, специальная экспертиза, где вот дают всякие технические средства реабилитации, какие-то социальные льготы тебе, чтобы были положены, они должны записать в графе обучения, ну, возможность, во-первых, моего обучения, и какие-либо нужны дополнительные специальные там, мне э, ну, устройства для этого. И мне врачи сказали, что ты видел свой диагноз вообще? Ты читал, вроде уже взрослый парень, 20 лет, э, тебе жить два понедельника. А ты тут это, иди домой иди учи, языки лучше дома. или учи. Что то как бы себе проблемы ищешь? Я говорю, да вам какая разница, говорю, напишите мне, и все, я пойду. Я, в общем, два часа спорил, они с кем-то созванивались, связывались, чтобы не затягивал очередь, они меня, иди выйди в коридоре. Ну, я настойчив был. В итоге я начал учиться, думаю, Uh, перспектив тоже мне врачи мои лечат, которые, они тоже особо перспектив не дают. Ну, как говорил покойный отец Дмитрий Смирнов, uh, перспектив никаких, но надежды есть. Но ну, я каждую, конечно, сессию, мне было так тяжело, что я пытался бросить, конечно. Uh, вот, эта, вот эта жалость на инвалид, инвалидиков, она в тебе есть, которую я уже говорил, она... Начинаешь себя жалеть. И это вот деструктивно. И теперь вот тоже с, с опытом, да, я ее стараюсь сразу ловить и как-то с ней уже работать так, на подлёсе. Но тогда еще не умел, и вот эта жалость, я приходил к своему руководителю и другу. Вот. говорю, я вот не могу, он меня там как-то со мной провел беседу, что я бы не бросил учебу. Я приходил к своему духовнику, отцу Николаю, тоже вот так вот. И вот благодаря там, отцу Николаю, там, моему другу, руководителю Олегу Николаевичу, я вот, в принципе, доучился шесть курсов. жизнь, она активна, при этом ты на палеотивной схеме, которая тебе не дает никаких перспектив, но ты живешь. Многие хотят, что вот они столкнулись с проблемой с этой, ну, это действительно серьезные проблемы. И ставят жизнь на паузу, и вот я сейчас вылечусь, вот сейчас пройдет это все, и я начну жить. Вот. а болезнь она, это сложная штука, и гарантий никаких нет, и это не то, что какие-то пафосные слова, что нужно жить здесь и сейчас, бери от жизни все нет. А здесь именно жить полнотой жизни э, с радостью э, и с Богом, и тогда э, ты на все смотришь совсем по-другому, когда Христа в центре поставишь, христианцентричную жизнь, то у тебя все как пазл вокруг складывается и ты, на, получается, находить вот этот тонкий момент болезни, когда ты не делаешь из нее идола. Юля, ты можешь рассказать, как произошла ваша встреча? А, ну, я никогда не думала, что вообще выйду второй раз замуж, потому что, ну, у меня была такая ситуация. Мне даже было как-то где-то стыдно, что, что вот не получилось, да, с семьей. И в итоге я подумала, что я буду заниматься детьми и воспитанием их, и ну, буду все делать для того, чтобы как-то как -то их поднять. То есть ни о каком там замужестве, там что-то для себя, там каких-то вот таких моментов я даже не думала. А именно для детей, да, чтобы вот у них появился отец настоящий. То есть я даже не предполагала, что такое возможно. То есть я это... Ну, я понимала, что это невозможно, так не бывает. Чтобы, во-первых, мы... Там, встретился такой человек э, верующий. Для меня это было да, основополагающе, чтобы мировоззрение было. А потом... Чтобы он... Не только меня полюбил, и я его, да? А чтобы и дети полюбили его, и он полюбил детей. прям По-настоящему, да? Чтобы это была такая... Э, органичная семья, да? Вот чтобы такие э, взгляды на воспитание были одни и те же. То есть у меня такой вот целый список создался того, что... <laughs> ну, как бы, каких-то качеств, да? И, вот какие, какой мужчина вот, может теоретически даже э, появиться в моей жизни? И я понимала, что таких не бывает. Я пошла работать на православный телеканал продюсером и... Я всегда, в общем, боялась вообще слова даже «онкология». То есть для меня это было что-то такое страшное. Я, э, ну, вообще так как-то Господу молилась даже, чтобы Он как-то уберег вообще меня и близких вообще от этого всего. И тут я прихожу на работу, и первую передачу, которую мне дают, э, это передача Дарьи Донцовой э, как раз э, про онко онкологию. «Я хочу жить» вот Дарья Донцова, можно сказать, стала нашей феей крестной такой. Я пригласила Сашу как героя на передачу, а и я написала Саше в социальных сетях сообщение. Я, конечно же, ответил. Но на тот момент это уже было пять лет вдовства моего, да, и у меня было сначала непонятно, как я хочу жить ну, дальше, да, после смерти супруги э, Ани. И через какое-то там спустя какое-то продолжительное время я для себя такое решение принял, что буду э, ну, молиться, чтобы Господь устроил так, как лучше для меня. И если как бы, мне лучше быть одному, то ну, как бы чтобы он мне дал силы и возможности это все понести вот так через всю жизнь. Э, Дел у меня ну, достаточно много, то есть больные наша, которому мы помогаем, да, это регулярно и постоянно ты в этом находишь, то есть как бы постоянно занят, даже в общении постоянно находишься, да, то есть и, но если как бы, Господь так управляет, что мне полезно как бы, иметь семью как бы, для моего спасения, да, то чтобы он там, подал, дал такую жену, как бы как благословил, чтобы она была такая, такая, там такая, такая, конечно, себе там мечтал. Вот. И, конечно, даже я вам тайну открою. Я, по-моему, даже это нигде не говорил. Тебе даже недавно только сказал, что я, в принципе, где-то в глубине души думал, а, а если она будет актрисой? Вообще как-то у меня Вообще как? Ну, только она должна быть опять такая-то, такая-то, такая-то. Еще мой друг руководитель, он, конечно, не знаю, ли хотел я, чтобы женился или нет, но все время как-то даже это настаивал немного, чтобы я вот присмотрелся там, присмотрелся вот здесь. Но при этом он каждый раз мне говорит, тебе нужно... Ну, как бы как советовал тоже у меня там какие-то критерии. И в какой-то момент они набрались такие, и мои, и его, что это просто какой-то нереальный человек. То есть это вообще невозможно. То есть все-таки так, так буду идти. Ну, в общем, молился, чтобы Господь все правил вот как, вот, как лучше. И когда, соответственно, Юля мне написала, я, конечно, изучил ее профиль, посмотрел, увидел детей, подумал, что так, тема закрыта. Но очень мне понравилось. Саша вышел с программы, я говорю, какой вы молодец, вы такой удивительный, вы так вот мотивируете людей. Говорю, и мне даже вот представляете, вот вот у меня такая жизнь, я там одна многодетная мама, там одна воспитываю. Говорю, и, и даже плакать не хочется после. Вот, я да, Она Я я конечно понял намек, что я тоже как бы здесь э, интересен. А после этого мы начали общаться, э, э, встречались, общались, да, и потом я познакомил. Ты взял людей. меня за руку. Да, я взял за руку и подумал, что уже Назад пути нет, как бы, потому что Отец э, Александр Лишенко говорит: что если, не надо обнадержать девушку, если ты взяла за руку, но ну, надо жениться. Либо да, не бери за руку. А я знала вот. эту историю, поэтому я уже понимала, вот. что мы ну, поняли. Потом я познакомил Юлю там, через несколько там, пару месяцев с духовником и говорю: вот, батюшка, так-так-то вот это. И они долго тогда я... у них длительный разговор был, когда я их привела, я еще думал, что же там такое можно говорить вообще. Ну, вот что вы там говорили. Очень э, просто у Саша замечательные друзья, очень много, их просто какое-то нереальное количество, и которые его любят, и тоже вы очень не хотели отпускать, и меня под прицелом рассматривали. рассматривали как э, очень пристально, что, в общем-то, не отдать в плохие руки. И очень переживали даже. Иногда так батюшка тоже так говорит. Все переживают, все переживают, так за него, вот. Вот отец Николай сказал нам, год гулять за ручку ходить и понять все равно все до конца и год, в общем, как в таком помолвочном состоянии. Вот потом только жениться, мы через год поженились после нашей встречи. И я поехала вот тоже к старцу Илю, потому что ну, я понимала, что я не могу не сказать. И я говорю отец Илья, я вот люблю, -лю", говорю, это очень хороший человек, он говорит. Да, говорит, а детей твоих любят. Я говорю, да. Он опять думает, сидит так, просто думает, молится долго. Я уж вот, знаете, это страшно. Это просто когда ты понимаешь, что ты едешь к старцу, и ты ну, должен слушаться. И я знаю последствия непослушания. И я знаю последствия послушания. И он опять так думает, думает, говорит. А дети твои любят его? Я говорю, очень. говорю, они так хотят, чтобы вот он уже, говорит, прям мы его будем называть папой сразу. Вот мы так хотим, чтобы у вас была... Когда у нас будет свадьба? Они говорили, наша, наша свадьба. Они все говорили, наша. Вот. И батюшка так думал, думал, говорит, хорошо, говорит, благословляю. И так он мне... Говорит, ты матушка? Я говорю, батюшка, ну, я Юля. Я говорю, какая матушка? Я говорю, где я вообще? Он говорит, ты матушка? Я говорю, батюшка, ну я уже просто уже сижу третий раз. Говорит, ты матушка? Я говорю, батюшка, да нет. Какая матушка? Где я? Все. В общем, благословила, уехала. И тут, когда я к Сашному духовнику попадаю, а отец Николай говорит мне, ну ты знаешь, если ты вот замуж за него собираешься, ты должна быть как матушка. Потому что он как священник, то есть он у него служение. Говорит, то есть вот у него есть пациенты, а, им трудно плохо там а, есть какие-то трудности кого-то а, нужно куда-то вести там больные кого-то хоронить кого-то просто утешать то есть он все время срывается и уезжает или там в дом к вам будет приезжать тоже больные пациенты которых нужно как-то приютить утешить он говорит ты готова на это ты готова быть как матушка и вот у меня тогда такие слова вот эти ну так я это подумала, что такой промысел, <laughs> но ну, действительно такой настоящий это, э, это такое счастье, оно не не приторное такое, э, не как мармелад, да, ты понимаешь, когда ты знаешь цену всему, ты начинаешь ценить э, вообще вот такие мелочи, которые в твоей жизни происходят э, и благодарить по-настоящему. То есть сердце, оно... Мне кажется, в благодарности даже ты соединяешься с Богом. Как-то вот. Саша, а создавая семью вот, с Юлей, тебе не страшно было брать на себя эту ответственность? Конечно, страшно. Мне вообще, в принципе, часто страшно становится, но... Ну, как бы, и что? Мне много раз страшно становилось в жизни. Но молишься, и Господь дает понимание, дает какое-то решение, путь решения. Вот. Я также много советовал своим другом, руководителем и с духовником. И в итоге пришло, как будто, пришли к такому выводу, что как ты узнаешь, в пруду теплая вода или не теплая, пока ты в нее не прыгнешь. Вот. И при этом как бы, понимаешь ну, как бы, всю важность и всю ответственность да, за это. Но Господь никогда не оставлял. И я у себя еще всегда как, Фома неверующий. И даже, наверное, какие-то любимые слова из Евангелия – это «Господь мой, Бог мой», сказанное апостолом Фомой. Здесь тоже было страшно, потому что это для меня впервые как бы, у меня не было много трое детей, да, даже одного не было, а тут хоп, сразу три так. Как мы. Друзья, потому что тебя так хоп, и в дамке. Ты сразу многодетный. Сразу. Вот. И я учился. Учился общаться. Как, и помню, как, бы, как они сначала меня воспринимали, как потом. Юль, а вот, ты говоришь, что дети ждали э, свадьбы. вашей свадьбы, да? Да, они Общей. говорили. Наша свадьба. А, да. когда и мы и, как, поженимся и как они приняли Сашу? Сразу начали папы называть. Они прям ждали этого дня. Ну, нам духовник тоже, ну, им как-то говорит, ну, давайте вот вот после свадьбы, чтобы все вот прям это, они будут понимать, что все создала семья, мы будем жить все вместе, и вот они спрашивают, когда мы можем папу называть, то есть они сразу так Тима там через недельку где-то, остальные девочки все сразу папы и Саша он он вошел в нашу семью отцом, то есть он а, сам такую позицию проявил такую очень мужественную очень честную ну вот по отношению ко всем нам, что он говорит, ну, я буду папой, я вот готов отцом И он, это вот такое вот чувство, что ты замужем, это так мне приятно, потому что ты чувствуешь себя за стеной, за такой, и что в доме настоящий такой хозяин, а, такой защитник наш. Это вот удивительно, сколько он здесь всего делает, и там забор там у нас, там что-то они там с сыном идут, что-то вместе строят, там. достраивают ну, как... чинят но ну, какие-то вещи для меня это так я это все делал сама а тут я ну, так мне это очень приятно и радостно чтото вот... Иде... Иде... не в доме и поэтому и здесь тоже мы как -то сразу решили чтобы будем жить в В этом домике, в нашем небольшом Вот который батюшка, там, да, благословил, да. что вот он какой-то благословенный домик. И так, так и получилось что в пандемию. Да. Мы, мы так возрадовались. Что мы в доме живем, да, не где-то квартиру. Собственно. Несмотря на все трудности, у нас здесь часто там, нет воды, и там перемерзали трубы этой зимой. И вообще, просто в колодце пропала вода, и мы там ведрами таскали это все. и Снегом умывались и вообще топили его. Всегда, как бы, думаешь, слава богу, что ну, воды нет, ну и что, снег зато есть, можно. <сёк> снег растопили, дети снегом убылись. Мы тоже потом пока сделали, к вечеру уже причинили все здесь, есть. Все. Вот. Так как-то все время приходится в, доме, в домике нам возрастать и трудиться здесь. А ты можешь как-то определить для себя, как Саша повлиял на детей? Что-то изменилось в них? Да, очень. Они, знаешь, они стали все очень такие собранные и спокойные, мирные. То есть они, ну как-то у них выстроилась логическая какая-то цепочка. Это все равно все очень болезненно. Они понимают, что, ну что что есть полноценная семья, да. То есть что есть, эм, ну вот у них есть сверстники, они это все видят. И, конечно, им хотелось какой-то пример. Я там старалась про примером все время рассказать про дедушку, да, то что, ну вот или каких-то других. Там мы очень много читали там исторических каких-то просвятых, да, то есть, но все равно это, знаешь, мне посоветовали очень ко многим психологам обратиться, к разным, просто, чтобы и к тому психологу, и к тому, как вот выровнять там ситуацию с детьми, чтобы им было не так больно, никак не выровнять, все равно, но, а то, что появился у них Саша, да, то, что появился отец, оно как-то вот само собой. То есть мне не пришлось не прибегать никаким а, таким вот специальным каким-то средством, да, чтобы что-то сделать. Потому что там то один там плачет, вот ну, прям истерики закатывал там сын там старший, валялся на полу, там еще что-то. Резко это все прошло. Оно все как какой-то, знаешь, выровнялось какой-то общий организм в такую семью, в нормальную, настоящую такую семью. То есть что это вот, Саша, именно как, какой подарок для меня, Боже. Вот. Для нас всех. Но это вот есть такой глубинный уровень, а есть же ну, просто прикладной. Детям нужно велосипед там, бегать, да, гулять. Да, это, да он ну, с ними, знаешь, еще Интересно, они очень много узнали вообще про. То есть он научил там на велосипеде там, Марусь, там кататься, там еще что-то. У нас очень активно всякий там, спорт. И там он с ними на коньках. Я думаю, как это с ногой? Вот это вот все, думаю, как это. Нет, он надевает коньки, он идет с ними на каток. Там санки, там что-то еще лыжи там вот, э, на море в реабилитационном лагере в Крыму вот Саш проводит. Там им также помогают э, один человек, э, он серфингист, э, винсерфингом занимается. У него очень много досок и также он там помогает ребятам, то есть он не берет за это там плату, э, учит их на винсерфинге кататься. И Саша ездит на на этом велосёрфинге с ногой в море, и дети за ним, он как капитан, и это очень трогательно все на самом деле как, какой-то вот действительно такой прикладной момент и, 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 и такой режим, да, то есть вот ваш режим то, что у нас есть вот отец, отец сказал вот у нас вот так вот это папа главный и я считаю что это очень правильно а, Саша, как то себя вот, приятно ощущать папой? Или это что-то сложное для тебя? Сложного нет. Всегда приятно. Когда к тебе там набросятся на тебя, там лежат с тобой. <laughs> вот. Или постоянно ну, просто получаешь удовольствие от их разницы характеров. У меня очень много друзей многодетных, uh -huh. и я не вижу в них что-то там что у нас как-то отлично, чем от них или у них отлично, чем от нас, как бы именно вот то, что как бы они вместе там воспитывали да, изначально там с младенчества все дети, а у нас вот так вот да, семья устроена и но у, с детьми у всех проблемы, они похожи вот и там разница характеров и ну и поэтому как бы я не ощущаю то, что как-то там чужой для них вот и они тебя именно так воспринимают, совсем mm -hmm. нет и вот это ощущение, по крайней мере, не у меня, ну, как я вижу у них, по крайней мере, как я чувствую, я это не наблюдаю. Именно с их стороны. Поэтому у нас так по-разному, но слава богу, как-то сил хватает на все. Семья крепнет. Вот знаешь, со всякими разными... Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. С испытаниями всякими, да? То есть вот первое, что на нас обрушилось, как мы поженились, это Сашина нога живая, здоровая, в которой нужно было делать операцию, потому что сломана шейка и бедра была, и он ходил и не знал об этом. То есть вот на очень препаратах сильных. Вот. И Без он хотел... Да. Да, и он хотел сделать операцию специально там до того, как мне нужно было бы рожать, потому что я забеременела. Мы очень ждали и очень хотели ребенка. И, и у меня это такой очень осознанный такой был момент. Мы очень молились, потому что не всегда понятно, может ли Саша после таких, такого лечения иметь детей, да. И, и я забеременела, но мы потеряли малыша на таком на четвертом месяце. Это была очень большая большая потеря такая. И Саша хотел сделать специально эту операцию до, чтобы мне помогать, вот, чтобы, когда родится малыш, чтобы мы могли как-то вместе это ну, преодолевать. Вот и такой, так это. Сначала было... я поездил к Юли в больницу, потому что там ну, возникли проблемы, да, с малышом, и там как бы я за ней немного там поухаживал, потом, так как у меня уже запланирована была операция, Юля уже за мной поухаживала. потом как друга, поменяли друга через друга месяц, на руках да, есть другу пришлось там на руках поносить. Важно именно как ты, вы вместе будете их преодолевать, там вы с Богом будете это делать или нет, или каждый в рознь, то есть, ну, тогда это не семья. вот Когда семья вместе идут, и как бы и в радости, и в горести, да, и преодолевают трудности вместе, сообщая и поддерживая друг друга, и даже иногда падая вместе и поднимаясь, вот здесь как-то как раз семья и может, какая-то состоялась она или нет. Вам пришлось пережить уже в своей жизни столько всего, и вроде как все наладилось, а да. здесь опять такое страшное произошло с ребенком. Вот это, наверное, так. Вот ну, мне Господь как-то вразумляет. Мне казалось да. по грехам. Это первое, что мне пришло в голову. И Но... было очень больно еще больше от этого, то, что я себе это убила. Но потом как мы с этим справились, благодаря нашему духовнику, который рассказал и объяснил, что такое бывает, и в жизни, в принципе, любой, ну, многих женщин. И там как бы это не то, что там не нужно искать какого-то такого слова по тексту, вот, а это жизнь. И жизнь, она не всегда, э, как погода, только солнечная. Вот, и бывают такие э, трагедии, и их нужно вместе преодолевать именно с любовью друг к другу, и тогда Господь дает утешение. Ну, батюшка сказал, да, что вот у нас был, э, ну, и у меня такой большой, э, такой трудный опыт, да, и у Саши была такая, такая болезнь и потеря там супруги любимой. И мы это не переживали вместе, мы вместе не росли, да, то есть как семья. И тут, ну, что, возможно, так вот нам Господь дал такой момент именно как-то врасти друг друга, прорасти, чтобы как-то за короткое время мы могли больше укрепиться и больше друг друга понять. Удивительно для меня было наблюдать, как в больницу Саше звонили пациенты а, со своими проблемами, со своими а, ну разными проблемами. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то нужно было просто утешить э, там морально, да, поддержать. Кто-то еще, но они звонили бесконечно. Это вот просто вот час, два, три. Это все время он был на телефоне. И он рассказывал мне не про свою боль, а про чужое слушал. То есть это вот такое милосердие, такое христианство. Я, я тут все наблюдала, как у него швы, как ему <laughs> только что наложили, как, как, как только что резали ногу буквально. И, и он уже говорит с другими людьми, их утешает, поддерживает. И мы старались тоже с детьми здесь писали письма, а я старалась приехать все время <laughs> каждый день в больницу и как-то его поддержать. Да, то Юля Шарами приедет, то она в какой-нибудь парикетом розовым приедет, а вот Плаксика мне привезла. Это Плаксик. Да, видите, какие глаза большие. А, дети потом хотели у меня его забрать. И я говорю, нет, это мама мне подарила. А, ну, ну а ты нам отдай, пожалуйста. Я говорю, нет, это он со мной был. А где он был с тобой? Я говорю, в больнице. А что он делал -то? Я говорю, видишь, какие глаза у него? Все так. Нет. Я говорю, да. Он плакал. Он говорит, когда плакал? Я говорю, ну вот, тебе же было больно? Я говорю, было больно. А ты тоже плакала с ним? Я говорю, нет, как раз он был, вместо меня плакал. То есть мне больно, а он плачет. Я старался не плакать, старался мужественно задержать. Потому что мама рядом, вы еще у меня тут. И вот плаксик, он меня избавил от этой участи. И он мне помог держаться, не плакая. Это наш теперь такой символ. Детям все время рассказываем, что вот иди, пускай плаксик поплачет за тебя. если ты плачешь, иди, он плаксиком за тебя поплачет. Саша, а как тебе удается детям объяснять, почему ты такой вот с необычной ногой не так, как у всех? Ну, изначально они, конечно. Ну, у всех, в принципе, детей возникает этот вопрос. И у меня, конечно, много историй, в зависимости от возраста ребенка, который обращается, но здесь у меня сразу разные, раз надо было как-то объяснить. Очень похоже. Поэтому я начал романтично рассказывать историю сражений с пиратами. Ну, чтобы было и мальчику интересно про пиратов, и девочкам, что там какие-то детали, такие интересные там, пейзажи, и еще каких-то животных там, да, привлечь. Чтобы было интересно не просто про пиратов. Вот. Я, конечно, сказал, что вот мы сражались с пиратами, и они нас напали. На корабле мы были, и пришлось с ними сражаться. Они мне задели так сильно ногу, что доктору пришлось ее совсем удалить и сделать мне вот такую. Вот. При этом э, в дальнейшем э, эти истории, как бы они, соответственно, они переваривают это, потом задают уточняющие вопросы. Для да, пиратов уже нет, там Тимофей читает книги. Я ему показываю там новости в интернете, найду там что-то, каких-нибудь пиратов современные же есть тоже. И вот видишь новости, ты говоришь, пиратов нет. Вот видишь заголовок. Пирата напали там на рыболовное судно там, или еще что-то. Там... Он так, ну, доверился, дальше пошел, дальше перевалил. Там девочки что-нибудь еще спросят. Там. Вот, там, соответственно, мы семья живем, у меня помимо ноги еще отсутствует и легкая, и, соответственно, там есть следы тоже этого. И там достаточно такие они серьезные, там все располосовано, да, у меня там слева вся грудь, и там такие шрамы большие, как и отверстия были, ну, там много всего. И они тоже, когда мы там купаемся в море, или там мы они увидели, соответственно, тоже, и начинают спрашивать, папа, а я здесь а что? Ну, вот там тоже рассказываешь, что вот э, с медведем обнимался. Вот видишь, у него лапы вот, четыре этих, вот как раз там эти четыре, шрама три, дырочки там, и вот, а это что у тебя? Вот тоже рассказываешь. Они это все принимают, при этом в процессе они же видят, как я общаюсь с пациентами, и часто мне приходится, э, едешь в машине и ну, там, по громкой связи разговариваешь с человеком, кто-то у меня есть дети в машине, ну как бы со мной едет, или вот дома, а, там ты ушел в сторону, чтобы да, тебе не, не мешали, не ты не мешал разговаривать, но все равно как в общении с пациентом приходится иногда рассказывать о своем опыте и рассказываешь о врачах, там, о, о, об операциях, о болезни, обо всем, и дети это слышали неоднократно уже, и но у них вместе живет все эти истории одновременно, у них не возникает никакого диссонанса в том, что как бы я рассказываю, когда они задали вопрос про саркому, так, у меня болезнь саркома, вот, чтобы им тоже было понятно, и я писал, что это такое чудище саркомод, который тоже кусает. И вот а к нам приходят ребята мои, там, и уже друзья, которые многие в ремиссии, кто-то сейчас лечится, там, они часто бывают у нас гостями в доме, и они спрашивают, а это тоже саркомод укусил? Я ну, слышу, они рассказывают своим сверстникам, друзьям, одноклассникам, вот, там, и они, соответственно, это преподносят. Совсем мне иногда хочется там записывать, смеяться, как они это рассказывают. И ти, боится, они все рассказывают. Боится да. да. Тимофей сразу рассказывает о том, что там и пиратов берет, и медведи берет, и доктор берет, и операции берет. И он все вместе, он все прям перечисляет. Даже такие слова знает, как рак, саркома, что болел, лечился, и химия была, и с, с, с пиратами сражался. У него все вместе просто. Он и вот он. В нос, даст, если кто-то не согласится с этим и не поверит этому. Он с такой уверенностью это все говорит. Варя в садике да, тоже а говорит: варя... говорит: она... посмотри, какая нога у моего папы. Они все хвалятся. Прям посмотри, да, да, нога... да. Мне приходится детям показывать, вот там, покрутить. А мальчик говорит, я боюсь. И она такая обнимает мою ногу и говорит: да ладно, не бойся, я давно с этой ногой живу. <laughs> вот. И, ну, такие вот моменты. Вот. Маруся тоже, она там как-то бежит по лестнице у нас, и Юлия говорит, Машенька, аккуратно, можно ну, как бы поскользнуться, упасть и ногу сломать здесь, на лестнице. Маша просто, как ни в чем не вопрос, становится мама, ну и что? У папы пять, он мне одну какую-нибудь свою даст. Ну, поэтому с ногой у нас все время какие-то происходят там, приключения. Можно отдельно, наверное, писать повести о приключениях ноги. Вот, и каких-то курьезных ситуациях с ней. Юль, а что для тебя может быть самое удивительное в работе Саши с людьми, которые столкнулись с такой болезнью? Ты знаешь, это жертвенность. А это такая настоящая, такая жертвенная любовь. Вот она проявляется ко всему. Вот не только вот я люблю свою любимую жену там, или вот своих только детей, а я вижу, как он любит всех и он как-то с любовью может э, общаться с ними и это на нас всех распространяется я думаю что на детей тоже они видят этот пример м, вот какой-то такой вот такого дела знаешь то есть не просто вот я вот сказал вот я, я люблю и, и люблю это такое действительно настоящее такое такое дело даже знаешь то что он стоит там посуду моет или еще что-то это вот проявление любви ко мне например да то что вот я не могу, или даже устала, или мне говорят, там полежи. То есть их так же, как и к остальным тоже. И это для нас все их спасительно, как такой пример настоящего православия, такого действенного. Знаешь? Ну, друзья меня спасают таких подвигов, конечно. Они помогают мне уже совсем там в не превращаться. Они, чтобы я не стоял, не, не мыл посуду, они подарили нам посуду мой кот на день рождения. Тот. А что вот сейчас для вас, счастье? Что это, может быть, как-то оно изменилось, какое-то было одно, сейчас другое? Что это для вас? Счастье быть вместе, быть с Богом. Когда он в центре, то все, вот я уже об этом говорил, что сказывается, ну, складывается как пазл и семья тоже, и э, когда ты с ним, с Богом, и ты... И, и жена тоже именно так воспринимает мир, и так же воспринимает семью, и для нее тоже Христос посередине, по, по центру, точнее, в центре семьи. И от этого ты получаешь какой-то, ну, внутренний э, мир и счастье. И вот именно счастье быть в семье, э, и быть с Богом, вот это вот и счастье. Вот, и... Как я не знаю, я не могу это описать, это просто это ощущение жизни, то есть как ты ее чувствуешь. Я это поддержу поддержу, Сашу. Описать? Не знаю. Как, наверное, в одну сторону тоже то, что ты смотришь. Я, вот у меня тоже такой момент про, про Христа: да: вот, когда мы стоим с Ним на литургии, вот с всей семьей, стоим, молимся. И у меня аж вот я в такой пребываю <связываю> в благодарности Богу, что мы можем разделить вот разделить эту жизнь. И разделить эту красоту, которую нам Господь дал, разделить а, вот эти чувства, эмоции, да, что ты а, вот не один как-то это переживаешь, да, а вместе, и это какое-то такое наполненное, вот это такая одна плоть. При этом мы две разные души, да, то есть мы каждый по-своему спасаемся, но вместе. Когда ты ему доверяешь Богу, когда ты а, стараешься жить, вот а, наверное, вот. По евангельским законам сверять свою жизнь все время, да, наверное? жить это уж сложно, <с но стараешься. Да. Только Господь нас как-то укрепляет, мы сами ничего не можем. Упал, стал, Ну, то есть, мне кажется, мы не можем вообще ничего. Вот когда ты это понимаешь, что ты ничего не можешь без Бога, вот тогда ты можешь, наверное, надеяться на смирение, и тогда ты счастлив и благодарен. Спасибо вам за этот, мне кажется, очень теплый разговор. Было очень тепло и светло в вашем доме находиться. Большое спасибо. В известной молитве оптинских старцев есть такие слова. «Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все не способно тобой». Думаю, наши сегодняшние герои научились по-настоящему доверять Богу. И это помогает им идти своим непростым путем и чувствовать, что Господь всегда рядом. С вами был Арсений Федоров.